Ребят, всем привет, кто на связи. Я сейчас нахожусь где-то в Чикаго, в каком-то районе Чикаго, я немножко не соображаю, в каком районе. Улица 16325 Кроху. В общем, мы приехали сейчас, если кто не знает, то я нахожусь в таком, некоторые его называют боевая фура. Боевой пикап. Сейчас вам покажу. В общем, я сейчас занимаюсь тем, что меняю работу. Точнее, уже поменял. Сейчас прохожу вторую неделю стажировки. И все. Моя работа заключается в том, что я вот так вот перевожу автомобиль. Вот эта машина, она не на ходу. Вон тут Porsche Cayenne на ходу. Мы его загоняем. То есть приезжаем, забираем машины и отводим их по адресатам. Кто-то ремонтирует так, такие машины, кто-то нужны запчасти и потом использует для своего бизнеса. Вот. Вот Porsche Cayenne. Я не знаю, по-моему, 2015 года. У нас, кстати, в Чикаго сейчас возникла такая проблема из-за этого Форда. У нас нету этого навигатора для грузовиков. Вот. И мы не могли понять высоту мостов. Было много мостов, которые позволяли нам двигаться под ними. Да, то есть по высоте мы не проходили. И это для нас была проблема. Мы чуть запутались, еще улицы такие небольшие. Вот. В общем, вот эта фура, на которой я сейчас тренируюсь, это Ford F-350. В принципе, машина, по-моему, 17 или 18 года. Вот. По длине эта фура вместе с трейлером такой же, как и пикап. О, как пикап. Как 53-й трак. То есть такой же по длине. Поэтому, в принципе, научившись ездить на такой фуре, на таком пикап-траке с трейлером, можно потом спокойно идти и сдавать на CDL и ездить уже на больших траках. Вот так вот все это выглядит у нас тут, безобразие. Мы сейчас находимся на аукционе, то есть мы ездим по аукционам, забираем машины. Есть аукционы, где машины сильно биты, вот, к примеру, как такая, но, в принципе, вот такую, вот этот Ford Edible мы тоже взяли с аукциона в Миссисипи. Да, то есть вчера мы еще были во Флориде, там было тепло, сегодня уже мы находимся Чикаго. Потом завтра поедем вообще в Саус-Дакоту, опять Си-Фолс. Я уже там разок был. Да, с Си-Фолсом я тоже закончил работать. То есть я вообще перестал работать на своей машине. У меня к лимиту подходил лизинг. Я решил не использовать, найти работу вот такого плана. Мне, в принципе, она интересна. Есть вызов какой-то, чему можно учиться. Вот. Как машины грузят на прицепы? Очень легко. Есть вон форклифт, он желтый, видите, моргает. Он загружает машины, которые не на ходу, и грузит их прямо на вот эти трейлеры. Вот человечка загрузил. Ну, бывает, тоже забираем машины с дилерской, то есть прям с салонов, бэушные машины, бывает и новые машины, по-разному. Ну, вот так вот. Это трейлер на 3 машины, такой же, как и там. Есть трейлер на 2 машины. Можно, есть вариант взять, вообще купить, как бы, такой трейлер, такой пикап-трак и работать на себя. То есть быть сам себе хозяином, то есть получать 90% от... прибыли, и 10% там делиться с компанией, с диспетчерами. В принципе, я скажу, что такая работа, она не скажу, что легкая, но, в принципе, как бы немножко вызов есть. А спать в пикап-траке это не большой трак, поэтому, но тоже для того, чтобы управлять пикап-траком, нужно, конечно, мастерство
Вот. Потому что это нелегко делать. Как сюда машины на аукцион попадают? Машины попадают после ДТП, когда страховая компания, так же, как и у меня, Сайон попал, его так же кто-то забирал, кто-то его выкупил на аукционе, и тоже приезжал кто-то из водителей, забирал мой Сайончик и отвозил новому клиенту, новому хозяину. Ну, видите, там машины такие, которые просто либо кому-то нужны какие-то запчасти, и чтобы не покупать новую машину, они покупают такую вот бушную машину. Вот еще есть большой трак. Он на 8, на 9 машин. Так, мне надо пойти в сторону. Ну, нужно расстояние. Понятно, есть, конечно, не очень легко загрузить такой большой трак. Вот, ну, видите, вот зеленый трак стоит, он тоже загружается сейчас. У них, конечно, больше машин может поместиться. Но если ему только 3 машины дают, он просто наверх их загружает. Вот тут стоит черный Mercedes, белый Volkswagen, и что там такое, Chrysler. Мы, кстати, должны Volkswagen забрать. Я, конечно, смотрю, как они тут разворачиваются. Честно, мне еще учиться и учиться. Они, наверное... Ну, это профи, ребята. Просто профи. Вообще. Просто круто. Но вообще, мне еще до этого надо учиться. То есть у него сколько? 2, наверное, на 8, либо на 9 машин. Вот либо он приехал забирать, наверное, приехал забирать, сейчас заберет машину. Поедет. В общем, такие новости с колес. Будем дальше работать. Всем пока.